устала, от возбуждения дрожала, стонала, тебе ласки не хватало, сама себя удовлетворяла, а твоя подруга все это на камеру снимала. После того, как испытала оргазм, ты прошептала в объективе: Юрий Михайлович, что мы подруга? Затем выпила 100 грамм, запаковала кассету и с наслаждением закурила сигарету. Юрий Михайлович был твой учитель географии, в твоей комнате повсюду на стенах висели его фотографии, ты точилась по нему, и в этом не было никакого сомнения, и прекрасно знала, что приближается его дата рождения. Лучший подарок для него была ты, королева его озабоченной мечты. Твоя любовь к нему была не безответна, но эта тяга между вами была, увы, запретна. Увы, запретна. Увы, запретна. Ты сидишь, мечтаешь, ты мечтаешь. Ты сидишь, ты мечтаешь, чтобы он был твой, и от взгляда его таешь. Седина, седина, здесь роли не играет, запретная любовь, к сожалению, бывает. Ты сидишь, сидишь, ты мечтаешь, чтобы он был твой, и от взгляда его таешь. Седина, седина, здесь роли не играет, запретная любовь, к сожалению, бывает. Начало рабочего дня, опять тупые дети смотрят из окна на улицу, чтоб на уроке не уснуть. Юрий Михайлович сдерживается едва, чтобы кого-нибудь из них не пнуть. И лишь она одна, его богиня, его мечта, взглядом на него устремлена. Жаль, седая борода, но ничего, это не помеха. Любви все возрасты покорны, подумал он, и слезы потекли от смеха. Грандиозная потеха для остальных учителей, если его увидят рядом с ней. Слуха, слуха, он не переживет, ведь супруга с детьми дома его ждет. И положив большой и толстый на мнение людей, он открывает журнал и ставит классные оценки. Вот такая бля веселая история у нас. Хотите слышать наше мнение? Этот учитель пидорас. Ты сидишь, ты мечтаешь, чтобы он был твой, и от взгляда его таешь. Седина, здесь роли не играет, запретная любовь, к сожалению, бывает. Ты сидишь, ты мечтаешь, чтобы он был твой, и от взгляда его таешь. Седина, здесь роли не играет, запретная любовь, к сожалению, бывает. Ты сидишь, ты мечтаешь, чтобы он был твой, и от взгляда его таешь.